Я доехал и купил баночку полироля для того, чтобы привести в порядок свою машину. Добираясь до дальних уголков Геленджика, пришлось пробираться по рекам, ветки цепляли саму машину. Да, было очень красиво, было очень круто, но теперь на машине всякие разные царапинки. На машине очень много мелких царапин, и есть даже очень большие и глубокие от крыла до крыла, вот что очень даже неприятно. Но я думаю, что у меня все получится. Ну, начнем с того, что нужно помыть тачку. После того, как помыл машину, нанес полирольку на машинку полировочную и пошел процесс. Все достаточно быстро получалось и было несложно. Мне с какой-то стороны даже понравилось, вошел в своего рода такую медитацию. Подъехал в светлое местечко, потому что получилось, что работа затянулась и уже стало темно, а хочется показать результат, что же у меня получилось. Кстати, подъехал в удобное местечко, светло, комфортно, там вот наверху лофт-барин, это пространство, которое мы тоже сделали, и там можно провести крутые мероприятия. Вот как-то так получилось.